ребята, всем привет! Начинаем новый влог, новый день. У нас наступила настоящая зима. Машина вся в снегу. Покажу вам, что у нас. Вот такой вот снежок. Можно лепить снеговиков, можно лепить снежки. Мы сейчас собираемся ехать к бабушке в гости. Поздравлять ее с Новым годом. Вот. Всем, кто жив остался после Нового года, огромный привет. Надеюсь, вы доели свои салаты. И выходим на улицу, гуляем, проводим время весело. Счастье-то какое, почистить снег. Только стоп. Надо вот только этими, вот видишь, щетинки такие. Вот ими надо счищать. Вот. Все, дойдите пока в снежки поиграйте. Давайте, я быстро почищу. А где же Гриша? Вы не видите, где он? Мы Гришу потеряли! Гришу потеряли, пацана! Вот же он! Я очень рада, что выпал снег. А еще скоро морозы будут. Вот настоящая девушка зима. Лучше, чем лужи. Правильно? Как в сказке. Просто можно вот ехать за ним и все. Аж полиция стоит. Праздники. Вообще-то здесь четырехполосная дорога. Но сейчас она выглядит вот так. Мы едем в молоке. Ой. Да, нам, наверное, вот сюда. Ничего не понятно, как тут ехать. Развилку, значит, сделали, смотришь. Наверное, да. Сюда это мы раз и не съехали. Сейчас получается. Мы сейчас вот на мост. Наверное, сделать, потому что там внизу ничего не понятно было. Сейчас вот вроде бы нам с моста уходить через 270 метров. Дороги, кстати, посыпаны реагентами. Сегодня только снег пошел и почищены. Достают машину. Надеюсь, все нормально. Надеюсь, что все хорошо. Улетел. Саратовский. А в Красноармейске идет дождь. А, кстати, мы знаем, что нас из Красноармейска смотрит тетя Нина. Мы ей передаем большой-большой привет, тетя Ниночка. Вам от нас привет. Гриш, передай тете Нине привет. Привет. Кирюш, передай тете Нине привет. Ой. Может, тут нас еще из Красноармейска смотрит. Тоже привет. Кажется, тоже почищено. Ну, не совсем. Может, просто укатано, прикатано. Мы приехали к бабушке в деревне. Спешу. От снега так светло, как будто бы голубое освещение какое-то дополнительное. А ты варежки свои взял, перчатки, Гриш? Все, идем бабульчику поздравлять с Новым годом. С Новым... Звоните. С новым счастьем. Ага, встречают. Тяжелый пакет маме. Выходи, Тём. С Новым годом! Пойдем быстрее, бабуль провожай, а то бабушка у нас дома. Давай, давай, быстрей. На, иди. Бабулечка, с новым счастьем, Новым годом. Поехали на тебя. Дай поцелую. Ой, ой, Кирюнька. Пахнет борщом. Борщом пахнет. Нет. Бабушке подарок дари. Бабуля подарок, да? Бабуля подарок. Вот, на тебе дари, бабушке подарочек. Спасибо. Бабуля здесь. Красота какая, сейчас покажу. Опа! Джингл Беллс.
Вот там вот ночнички. Один мы бабушке привезли, камин. Вот такой. А вот это мы дарили еще года 3 назад. Со звездочками. Елочка. Гулялись? Не прохладно? Да. Ну, снимай тогда. И вот тут еще украшения новогодние. Бабуля, как называются эти вот свеклы такие новогодние? Игры. Игры. Рыба. Игры. А, селедка под шубой. Игры. Как новогодняя елочная игрушка, да? Да. Красота. Мы уже вернулись домой, продолжаем влог. Я решила, что хватит кушать всякие салаты. Хочется горячего. Купили мясо, сварили бульончик. Вот такой вкусный. И из части бульона я сварила суп. Не хочу много варить. Хочу, чтобы он был свеженький. И уже в готовый бульон сейчас отправлю мясо. И в саму тарелку я еще добавляю нарезанный лучок, немножко чеснока и зелень. И по желанию горошек зеленый. Вот я буду с горошком, Артем с горошком. А Гришаня у нас будет просто супчик. И без зелени он ее не ест. А Кирюшка у нас остался у бабушки. На несколько денечков решил погостить в деревне. К выходным ближе туда его заберем. Даже, наверное, на выходные. Хотела вам показать подарки новогодние. Сделать распаковку. Здесь не все подарки. Какие-то уже дети разобрали. Детские в основном. Какие-то уже съели. Вот все, что я еще сохранила и оставила, покажу вам. Так, от кого-то кто-то уже давно дарил, поэтому тоже уже все давно применяем. Хотела показать вот такой проектор. Это бабушка Марина подарила Грише. Очень классная вещь. Я вам попозже покажу, как он работает. Это ночник-проектор «Космонавт. Звездное небо». Вот, очень классный, красивый, такой залипательный. И детям нравится, и взрослым. Очень нам всем понравилось. Можно как ночник использовать. Реально там звезды, галактика, все меняется. Очень классная вещь. По-моему, если не ошибаюсь, заказывала на Wildberries мама Артема. Сладкие подарки. Это вот Гриша, который мне дал. Я Грише не разрешаю все сразу есть. Он мне их отдает и потом по чуть-чуть ест. Это, по-моему, Артем с Любой подарили вот такие Кириллу и Грише. Вот эти вот, по-моему, Лена. Сейчас уже даже не вспомню, кто дарил. Потом ребята, наши друзья, подарили нам подарки. Это Денис подарил с Настей. К нам приходили в гости крестный Кирилла. Вот такие вот вкусные, аппетитные конфетки. Ну, как ММДМсики, только побольше. И 3 разных вида чая. Вот я скоро буду чай пить. Откажусь от кофе, буду пить много чая. Как раз мне очень актуально. А это Вова подарил тоже наш друг. Здесь чай. 2 коробочки конфет шоколадных. И еще несколько видов чая. Такой подарочный красивый набор. И, наверное, это магазин «Чаинка», фирменный магазин. Так, из гаджетов еще Тёмина мама подарила нам вот такой набор. Здесь вакуумный штопор для вина и аксессуары. Закрывашки вот такие вот. Дозатор. Это все для вина. Такой винный набор. 4 предмета здесь. Тоже протестируем, потом посмотрим. Артем с Любой подарили вот такой подарочек, наши друзья. Это ночничок. Нужно ставить батарейки, поставить под елочку. Фонарь светодиодный. Такой красивый. Все, что нужно сделать, а вот инструкция здесь, нужно вставить сюда батарейки. Вот, надо найти батарейки и вставить. Я просто еще не разбирала. И вот такой наборчик. Это мне. Здесь я так посмотрела. Это дымка для волос, спрей, гель для душа, это, по-моему, крем для тела, и это, какое-то мыло, какой-то гель для душа, мыло и гель для душа, еще вот такая мочалочка, все вот в таком красивом наборе, вот очень красиво, и вкусно, вкусно очень пахнет, я уже послушала аромат. Артему подарок здесь, наборчик, здесь... Камни для камни лед. Вот. Охлаждают напиток. Многоразовые камни. 9 штук. Можно для напитков использовать. И еще вот такой наборчик. Я уже тут открывала, лазила, смотрела. В деревянной коробочке. Это набор парфюма для машины. Dior Sauvage, Bulgari, Aquaum и Hugo Boss, Hugo Man. Вот. Очень красиво в деревянном таком формате. Надо будет в машину отнести. Сейчас, не знаю, морозы, можно их использовать? Да, наверное, можно, я думаю.
И подарок от Деда Мороза мне. Это крем, который я уже использую для глаз. Сейчас покажу вам коробочку. У меня до этого был крем Шисейда Бенефианса. Его не было. Поэтому мне девочки посоветовали вот такую марку. Мне понравилась текстура, был пробник. Мне понравился вот этот кремушек. Какой-то корейский бренд. Восстанавливающий, против морщин. И вот такая вот еще штучка. Это консилер, корректор, хайлайтер. По-другому называется, кремовый. Тоже цвет. Дед Морозу я подсказывала, какой мне нужен. И вот такой маленький подарочек от Золотого Яблока. Здесь, по-моему, там конфетки. Да, видите, на Новый год все, кто покупал подарки, им дали вот такие вот маленькие подарочки. Вот, бонус, а приятно. А это что? Это, наверное, наклейка какая-то. А, это, наверное, кто-то сюда просто подсунул. Это не в яблоке давали. В общем, вот такая вот распаковка. Часть подарков это не все. Решила просто с вами поделиться, чего нам надарили. Всем огромное спасибо за подарочки, за поздравления. Очень-очень приятно. Ребята, смотрите, что мы заказали на Wildberries, забрали. Цирк! Цифровой цирк. Гриша знает, что это за персонажи. А еще набор. Маркеры. Крутейший набор маркеров. Смотрите, сколько их здесь. Там были и другие варианты, еще больше. Но мы взяли вот оптимально. Сколько здесь? 30, по-моему, 6, что ли, цветов. И они еще двусторонние. Вот такие вот. Вот Гриша у нас сейчас занимается художествами. Гриша, а возьми еще черный маркер с собой, Гриш, которым просто рисовать. Или не надо тебе? А, ну, в принципе, только раскрашивать. В общем, вот такой классный набор. Сейчас протестируем. Потом... А, 60 штук вот здесь. Бывает еще побольше, поменьше. Такой огромный наборчик. Можно я покажу? Можно. Кто тут есть? Такие вот тут персонажи цифрового цирка. Мы решили, чем бы нам заняться на январских праздниках. И придумали съездить на дачу. Вот проверяем, есть сейчас туда дорога или нет. Пока есть. Она такая опасненькая. Гололедная. Тут, наверное, зайчики бегают. Лисички. И лисички, зайчики, волки. Ну, лисичек мы и летом видим. Садись. Лопату держи. Поехали. Ну, ты садись удобненько, давай. На попу садись. Бери все в руки. Готов? Погнали. Мы сейчас посмотрим, если у нас есть что покушать, мы дадим. Если мы еще откроем. Где твои перчатки? Здрасте. Ну вот. Мы на месте. Смотрели. Посмотрели? Угу. А в Фикспрессе продается такая штучка, называется антизамерзайка. Так. Ну и подышим на замок. Короче говоря, у нас замерз этот... замок, и Артему пришлось пробираться на нашу собственную дачу через забор и открыть нам ворота. А у нас новый навес. Гриш, держи ватрушку. Так все высоко здесь. Вот, ватрушка, катайся с горки, Гриш. Опа. Тихо, тихо, там железки. Стоп, игра, посмотри, видишь, где железяки? Аккуратно, вот здесь. А еще у нас между соседями нет забора. Видите разницу? Раньше был заборчик, здесь рабица. Старый сняли, а новый еще не надели. Скоро-скоро. Домик как поживает на дереве. Игрушки там все померзли. Качельки. Дом красота. Да, там тепло прям? Да. Мы же не будем разуваться, так как стучимся? Да, можем разуваться. Все это классно, припорошено. Слышно, синички. О, все семечки съели. Надо было еще привезти семечек. Синички все съели. Сумочку. Ой, как классно пахнет. Тоже прям тепло. Гриш, мы в доме. А меня удалить. Идем. Обстучи ножки. Не надо разуваться. Обстукивай. Заходи. Ого, у нас теперь двери есть. Такой бардак. Пахнет свежим деревом. Это, наверное, от этого. От... Ну, можно... Да он был, говоришь, забыл, ты что? Что ли? Двери новые, видишь, вот дверь, и вон там дверь. Не облокачивайся на дверку. Весной приедем, будем порядок наводить здесь. Раскраска.
Собачки, морозилки, да, что-нибудь посмотрим. Чебурек замерзший, можно погреть чебурек. Давай чебурек погреем ей. А где он? Вот. Давай. Вон колбаски какие-то лежат. Что он лежит? Давай. Иди, корми собачку, а где? Вон там через... Там мы не сможем открыть. Иди сюда! Иди сюда, малыш, малыш, иди сюда. Давай вот так вот. Давай дадим. Иди кушай, иди сюда. Дверь не можем открыть. Давай мы ему вот так ему. Иди сюда. Да, мам, давай, просовывай. Скажи, иди, иди сюда, сови его. Иди сюда. Кушай чебуречек. Кушай, малыш. Сейчас мы тебе еще... Не пугай. Сейчас мы тебе еще колбаски дадим. Кушай, кушай, кушай. Света. Да, строители отключили. Ну, мы повесим попозже. А классно, на даче. Супер. Зови собачку сюда. Собачка? Зови. Нет, вот так. Как будто целуешь, зови. Вот так. Да, можно, на. Вот, зови. Клади тарелочку, ставь, она поест. Скажи, иди кушай, мы тебя погрели. Пойдем, она, уходи, она придет, а то она стесняется. Иди кушай, малыш. Иди, ешь, иди, иди. Иди, кушай, кушай. Кушай колбаски. Тепленькие, горяченькие. Все, пойдем, она кушает. Она или он. А мы сейчас проезжаем Театральную площадь. Ух ты, какие там олени, Гриш. Может, людей почти нет никого. Погулять. А у нас раньше карусели тут стояли, что-то никого нигде проводят. Огроменная елка. Огроменная. Самая огромная в Саратове. А что-то вообще никого нет из людей, где все. Смотрите, как красиво. Сосульки висят. Пойдем сейчас в трубу. Красивая, да? Красивая, да, елочка очень красивая. Стильная. Что-то у меня даже рука в перчатке замерзает. Кстати, не холодно. Из того, что снежок. О, Артём! Тут ты запустил, я аж испугалась. Красивая экспозиция. Ну, пойдемте здесь пройдемся через этот новогодний... Как он называется? Красиво. Волшебно. Алина. Ходите. Ой, потеряшка. Все, без варежки остался. Сейчас рука замерзнет. Заморозится. Прохлада в нем. Да. Машинки, машинки. А тут карусели всегда стояли. Каждый год. Тут их в этом году нет. Дом Деда Мороза. А это его олени.